Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие. Я рада приветствовать вас на своем канале вновь и вновь. И сегодня, как я обещала, мы с вами откроем коробочку, которая была у меня в подарок, или же духи, я не знаю. В общем, коробочку я купила за $105, а духи Нарцисса Родригес мне были в подарок, да, или же наоборот. То есть, ну нет, получается, что эту коробочку надо было купить, а в подарок один из тех парфюмов, который был и в этой коробочке. И я сразу же тогда, вы помните, да, по первому видео, по предыдущему видео, что я выбрала Нарцисса Родригес, и это маск называется. Вот. Ну, вот такая вот коробочка я вам еще раз покажу. Идея такая, что человек, покупатель, берет эту коробочку, как попробовать с мини-ароматами, пользуется этими ароматами, и когда уже приходит к выбору, какой аромат это понравился, это замечательно, правда же, то есть идея. Он уже идет в магазин, приносит сертификат, я вам сейчас покажу этот сертификат, и ему в любое время дают бесплатно аромат тот, который человек выбирает в конвертике. Этот вот сертификат, вот так вот он выглядит. Вот. И эти акции проводятся постоянно. Я просто никогда не пользовалась этой акцией. Я вам говорила, что тушь я как-то раз взяла, но это моя Даша уговорила меня. И вот, ну, как всегда, на двух языках все ароматы описаны. И, в общем, как-то так вот, что ты берешь в подарок аромат, который ты захотел. Как же мы будем доставать эти ароматы, я даже еще пока не проверяла. Давайте смотреть. То есть я так понимаю, что вот это вот мы достаем картонку, которая была в середине. Вот, а тут лежат все-все-все коробочки. Скандал у нас первый. Давайте, наверное, со скандала и начнем. Вот тут вот она стоит. И я найду в брошюрке описание аромата «Скандал». Как удобно, правда, что мне даже не надо было смотреть, а что же в этом аромате есть. Как бы нам достать его? В двойном пластике запечатано. Надеюсь, что мне не доставит никакого труда достать. Ага. А вот так вот. Так. То есть просто он вот так вот у нас. Да. Все, достаем, достаем. Вот смотрите, как открывается. И я достаю первый аромат. У нас скандал. Вот такое вот чудо малюсенькое. Вот посмотрите, ножки также вверх. Такое вот чудо. И я потом в конце помещу в коробочку. И я прочитаю вам, что же в этом скандале находится. Женский французский аромат с душой от Жан-Поль Готьер и дает версию парижанки, то есть Парижа, интересно, и с любовью, с радостью и с вызовом. Здесь медовые ноты, шипровый аромат, то есть медово-шипровый аромат, комбайн. Высочайшие ингредиенты находятся в этом аромате, маски и также медовые ноты. Гордения есть, которая отвечает за насыщенный и кремовый цветочный аромат. Ноты в самом сердце сандал находится. И он глубокий, в самом глубоком, глубочайшем, то есть в раскрытии уже идут пачули. И цитрусовые, и он немножко даже холодит в конце, вот так. То есть это уникальный аромат, который вот, то есть в принципе вот был презентован, не написан год выпуска, к сожалению, но я думаю, что этот аромат достаточно новый, он был, кажется, в 2017-2018 году выпущен. Давайте я попробую его открыть вот так вот аккуратненько, да, он с крышечкой, конечно же, без пульверизатора. И вот так вот аккуратненько, аккуратненько я его нанесу и закрою.
На мой взгляд, да. Я его когда послушала вчера, позавчера в магазине, мне он показался достаточно ярким. Ну, каким скандал еще может быть? А действительно медовый. Гордыню, не знаю, не слышу. Ну, вот я слышу сандаловые ноты вот в конце. То есть тоже, смотрите, как хорошо умещается в коробочке. Вот. Или же, я не знаю, поставлю обратно. Ну, пока я вот буду вот так вот ставить. Вот. Вот такое вот чудо. Вот такой вот аромат от Жан-Поль Гутьер. Скандал. А у меня уже есть такая, помните, я вам показывала фигурка, у меня лимитированное издание. Следующий аромат у нас Клои. Сейчас мы его найдем, потому что он стоял вместе со скандалом. Тоже малипусечка вот такая вот замечательная. И коробочку мы ищем. Вот. Ой, боже мой, здесь всего 5 миллилитров вот такой вот. Маленькое-маленькое чудо. Я вам покажу вот так вот. Смотрите, кто-то мне написал из девочек, что очень удобно в сумочке носить такие вот лимиточки маленькие. Да, очень мне нравится. Вот такая вот будет брошюрка и фотография к этому аромату. Здесь что у нас? Классический аромат с нотами розы и... Легкий, теплый, элегантный. Здесь личи есть, фрезия, пионы, немножко ириса. В общем, пудровый легкий аромат. Ну, как у Клои, в принципе, чаще всего и является. Не скажу, что мне оригинальный аромат очень нравился. То есть он у меня до сих пор есть, тот, который... Ну и они, конечно, все угадываются. У Клои ароматы все-все-все угадываются. Вот. Я не скажу, что он совершенно мой, но он очень оригинальный. Немножко такой водянистый и очень такой пудровый. Ну, нравится так вот сейчас, вот на сегодняшний момент. Он, видимо, у меня такое настроение, что мне, в общем-то, нравится все в этой коробочке. Давайте будем продвигаться дальше. И вот этот вот новый аромат, он, в принципе, очень даже похож. А вообще, я думаю, что это парфюмерная вода, это парфюмированная вода, скорее всего, это все-таки оригинальная вода. Это ничего нет. Подождите, подождите. Нет, это оригинальный аромат, это не новый аромат. Поэтому-то я его и узнала. У меня в туалетке есть такой вот. Так что... Далее, далее у нас идет, давайте я буду следующую стенку открывать этого домика. Вот одну я открыла, поставлю обратно. Вот, такой вот какой-то интересный. А знаете, наверное, лучше всего вообще вытащить, да, аккуратненько так. Ох, скрипит. Вот, я его вытащу, да, и буду уже аккуратненько открывать. Как сделано? Вот так вот, видите, я открыла, все стеночки вот так вот стоят, видите? Это махина, это вот вы видите Алавия Белль, вот этот от Мо Нарцисса, это от Марка Джакобс и Си. Вот. Так что давайте смотреть. Открываем махину. Мишку этого такого. Я, кстати, мишку еще ни разу не пробовала. Так. Даже сюда. Тянусь, тянусь. Так, следующий у нас аромат. Игрушка. Номер 2 называется. Вот такой Мишенька. Такой совсем детский. Такое вот чудо. Вот. И что же тут у нас? Самый первый аромат. Как они пишут. Приносят, возвращается этого икона, аромата этого. Ой, а мне он нравится. Вы знаете, он такой... Второе лимитированное издание. Они как говорят, что это Second Limited Edition. Игрушка Toy 2, Toy 2, новый аромат от Махина.
сияющая вариация мандарина, апельсина и яблочных аккордов. Здесь деликатные цветочные ноты, магнолия, joyful sense, то есть очень с наслаждением можно использовать его. Натуральный, элегантный жасмин, жасминовые лепестки, лепестки жасмина, вельветовая, ноты вельвета и пионов, а также хрустящие цитрусовые ноты белой white currant, подождите, белой смородины. Также амбровые ноты древесные есть, сандалвуд и все. А, мускус немножко есть. То есть очень нежный и свежий для молодых девушек, которые готовы любить и быть любимыми. Вот такая вот игрушечка. Тоже, да, очень такой вот веселенький молодежный аромат. Вот, так, что же у меня остается? Наверное, у меня выпала коробочка от этого аромата. Следующий у нас аромат идет Daisy Law. Тоже, это вот этот вот новый ароматик у нас. Давайте его достанем с вами из этой пластинки, да? Не так сложно, кстати, доставать. Я, наверное, верну все потом обратно, упакую, потому что мне нравится такое решение упаковки. Так, мой любимый цветок Дейзи. Кстати, я очень люблю ромашки, и Дейзи, конечно, напоминает внешним видом. Хотя Марк Джейкобс не вызывает какой-то восторг такой. Вот, называется «Любовь». Вот такое вот чудо. Тоже так же снимается. Вот. Да, вот этот аромат очень нежный. Он другой, не такой, как первый самый аромат. Что же здесь у нас пишут? Раз я буду их ставить обратно, тогда я уже не буду их ставить в коробочки класть. Очень хорошенький такой. Он вообще очень-очень большой. Это когда 100 мл, смотришь, он такой большой-большой бутылек. А что же в этом аромате у нас? Солнечный, для пляжа, любовью наполненный, счастьем, солнечным светом. Daisy Love открывается с ярким ароматом то есть очень сладкий, то есть насыщенным сладким ароматом, также солнечные ноты и кремовые ноты от лепестков Дейзи. И также согревает кашемировые мускусные ноты и немножечко даже древесных нот. Очень деликатный аромат. Вы не забудете этот аромат, пишет, что, в общем-то, никогда так, прямо не. Настолько уверена, что аромат должен понравиться. Следующий у меня парфюм идет Си от Giorgio Armani. Это будет у нас вот такой вот чудесный аромат. В красной лимиточке, я так понимаю. Он, конечно, очень эмоциональный. Я так еще и не приобрела ни одного аромата от Giorgio Armani Si. То есть, хотя у них уже, наверное, 5 ароматов есть. Вот, они такие все яркие, такие сладкие, я бы сказала, очень-очень запоминающиеся. Вот. Да, то есть, это естественно, нужно ждать, пока аромат раскроется.
вообще очень мне понравилась, конечно, идея вот это вот, что купить коробочку и попользоваться, а потом выбрать тот аромат, который нравится. Это, в принципе, та же идея, что ты берешь пробники. Конечно, хорошо было бы вот так вот всегда иметь такую возможность взять такую коробочку за $100, да, и потом купить, и потом брать в подарок уже тот аромат, который понравится. Вот у меня немножко чуть-чуть больше, чем я хотела, нанесла его, и вот он, в общем-то, так раскрывается, очень аромат приятный. Ну, я как сказала уже, что он достаточно яркий, а на выход вечерний аромат, и ноты, которые здесь заявлены, это ванильные ноты, розовые ноты, гелиотроп, груша, жасмин и фруктовые также цветения, то есть цветы фруктовых деревьев. В общем, так. Надеюсь, что этот аромат принесет очень много радости, и выбор будет сделан правильно, чтобы сказать «да». Ой, вот так вот заявлено. Скажите «да». Да? Скажу. Может быть. Так, дальше у нас. Открою-ка я, знаете, какую бутылочку. Это La Vie Belle. А свой Нарцисса Родригес я уже в конце оставлю, потому что я вам уже о нем рассказывала и показывала уже большую коробочку. Все открыла, все достала практически. И, боже мой, как это оформлено. Посмотрите, бутылочка окрашена наискосок розовой такой красочкой. Что-то в нем такое новое. А, называется же роза, роза. La Vie Belle. Ах, будете опять ругаться, что я неправильно произношу, но ну, произношу и произношу. Наслаждайтесь теми девчонками, которые красиво произносят. Мне очень нравится, конечно, когда приятно, красиво произносят название. Это, конечно, очень ласкает слух. Надо, конечно, работать над этим. Так, это вот розовый аромат, то есть с нотами розы. И также и заявленный. Вот. Бутылочка точно такая же, как и в самой первой версии. Немножко вытянута она. Вот, то есть более свежий аромат и оптимистичный, как они пишут. В сердце пионы и розы и сладкие ноты. Вот. Сделан для того, чтобы женщина ощутила себя красавицей. Вот. То есть так красиво сказано, да? Grace. О, да. Вы знаете, он совершенно не похож на самую первую версию La Vie Belle. То есть она вот так вот трансформировалась. Я бы даже сказала, что этот аромат вообще не похож. Вообще не похож на La Vie Belle. Вот. Он более розовый такой. Он действительно с нотами розы. И я бы никогда даже не угадала бы, что это аромат La Vie Belle. Интересно. Последний аромат у меня, который я вам уже показывала, который я купила, он, смотрите, он мне очень понравился. Я знала, когда мне Мэритес нанесла его, я еще как предвосхитила это ощущение, что он мне понравится. То есть я знала, что он мне понравится. Вот это вот такое вот чудо. Pure Musk. Я его уже поставила, кстати, натуральную коробочку к себе открыла. Вот, буду пользоваться. Вообще мускусные ароматы мне очень нравится носить на работу, потому что они близко к коже звучат. Он не похож ни на один Нарцисса Родригес. Ни на один. Он совершенно уникальный. Девочки, обязательно попробуйте. Я очень рекомендую вам познакомиться с этим ароматом, потому что какой бы Нарцисса Родригес вы не любили, этот аромат совсем другой. Но это верх женственности. Обязательно имейте в своем
Кто любит мускусные ароматы, я могу вам говорить все, что угодно, все, что советовала, да. Но вот этот вот аромат из всей вот этой вот семерочки я выбираю, и я рада, что я его выбрала. Мне он очень-очень-очень нравится. 10 раз, наверное, скажу, что нравится. Вот. Ну и как-то так. Сегодня я учила, опять учусь, я учусь. Рассказывайте о себе, пожалуйста. У меня вот завтра, я, наверное, или в воскресенье сделаю розыгрыш. Под этим видео, пожалуйста, напишите город и имя. Город и имя, откуда вы. Хочу знать вас опять. У меня был уже такой запрос, но вот опять уже прошло месяца 4. Хочу, чтобы вы писали мне, пожалуйста, мои хорошие, город, страна и имя ваше. И если у вас в нике какое-то другое имя. Будет розыгрыш, я выберу 12 человек, практически уже так определилась, но еще не полностью, потому что этот месяц у меня получился совершенно такой вялый, всего там 100, кажется, 2100 я набрала за этот месяц, потому что никаких парфюмерных видео я не делала, там совсем чуть-чуть были видео совершенно на другие тематики, как я так поняла, что вам вроде как не очень это понравилось, потому что видео, ну, было мало описаний, было мало комментариев, вот, то есть активность ваша не была яркой. Поэтому я не знаю, мы еще поговорим с вами, вы хотите сейчас этот розыгрыш сделать или все-таки, может быть, еще 2 недели протянуть, чтобы я уже точно знала и выбрала 12 человек самых активных. Напишите, пожалуйста, давайте сделаем голосование. 2 недели еще дать вам, чтобы вы определились, чтобы дать каждому из вас возможность проявить себя, чтобы вы написали, чтобы я вас увидела, услышала, потому что не так много, у меня 12 человек, в принципе, будет с натяжкой набираться на розыгрыш, а я бы хотела, чтобы человечек, который получил аромат, вот, вернее, получил вот эту посылку, чтобы, ну, заслуженно получил, да, то есть, чтобы вот 12 человек, самые активные мы выбрали, вот, ну, и чтобы мы уже на 3000 шли, чтобы быстрее, чтобы как можно больше людей получало призы, получали подарки, потому что я делаю примерно на $150 я делаю подарок, а это примерно те деньги, которые я зарабатываю от канала. Я вот вам сегодня, пожалуйста, скажу. И мы хотели об этом сделать видео. Все, некогда. Дима летом работает очень много. Я, несмотря на то, что я отдыхала, я тоже не занималась каналом. Как вы видите, были все видео спонтанные на другие темы. Ну, в общем, как-то так. У меня вопрос к вам, пожалуйста. Я, наверное, сделаю голосование отдельно, вот вверху. Еще 2 недели дать на активность? Или сделать в субботу-воскресенье, как вот то, что есть, то и сделать. И вот я вам сказала, что примерно вот с 2000 подписчиков у меня примерно выходит 138, что ли, долларов. Ну, где-то так, то есть, ну, около 150 долларов. И эту сумму я трачу на подарки. То есть мне интересно вас заинтересовать, чтобы вы были более активны, чтобы вам было интересно и чтобы вы получали подарки. Подарки – это так хорошо, правда? Ну все, мои родные, мои хорошие, я вас обнимаю сердцем, душой, чтобы все-все-все в ваших семьях было хорошо, чтобы погода была хорошая, отличная, хороших вам урожаев, солнечного настроения, и я, как всегда, с вами. Пока-пока!